29 «Шкод», 13 «УАЗ Патриотов» и 17 автомобилей «Лада Веста» переданы в полки ДПС ГИБДД области и города в рамках реализации нацпроекта «Безопасность дорожного движения». К концу года автопарк полицейских пополнит еще 40 новых машин. В декабре месяце полк городской будет полностью перепрофилирован на новые автомашины, которые со всей начинкой, со всеми необходимыми атрибутами будут быстро, оперативно решать вопросы, связанные с безопасностью дорожного движения. Новые погоны получили больше десятка полицейских. Завершился развод торжественным маршем под звуки духового оркестра управления Росгвардии, после чего личный состав сразу же приступил к службе.